Сегодня утром в Симферополе сотрудники силовых ведомств, Центра по противодействию экстремизму, полиции и Федеральной службы безопасности провели операцию по задержанию нескольких активистов крымско-татарского национального движения. В центре Симферополя в кафе были задержаны трое пожилых активистов и Виджие Кашка, легендарная участница крымско-татарского национального движения. Все они были задержаны по обвинению в вымогательстве денежных средств у гражданина Турции. Задержание проходило достаточно жестко, их клали на пол. Еще раз. Гендерминджи. Имя, отчество. Викерабазы. В результате Виджие Кашка стало плохо, ей вызвали скорую помощь, однако женщину до больницы не довезли, по дороге она скончалась. Одновременно по месту жительства задержанных проходили обыски в Судакском, Феодосийском районах Крыма. Что вы хотите, деда? Вот мой дом, маленький домик, деда, свет не горит. Что хотите? Нет у меня ничего, деда. Пустой, все поломаты, деда. По результатам обысков были изъяты личные вещи, компьютеры задержанных. Сейчас их всех доставили в Центр по противодействию экстремизму, куда направляются адвокаты для оказания юридической помощи. Следственные действия при задержании на данный момент закончены. Длились они почти весь день. Антон Наумлюк, Крым.